еще лошара. И ты лошара. Он еще два лошары. Да куда? В смысле? Да я не вижу ни хрена. Зачем мне затылок Флэр? Летучки-мышки. Мышки-летучки. Отвалил вампир сраный. Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. И у нас на очереди режим пещеры в игре Resident Evil Код Вероника Gun Survival 2. Итак, режим пещеры. Давай пробовать. Resident Посмотрим, Evil. Что из себя оно представляет. Выбор задания. Часовая башня. Задание 1. Ваше задание. Убейте противника внутри дома. Окей. Даже так. Значит, здесь несколько будет заданий. Понятно. Отлично. Так, выбор игрока. У нас на выбор, короче, игроки идут. Стив и... Клэр. Все, больше нету, да? Только два. Окей, у Клэр у нас пистолет, дробаш и базука. Люгеры, дробаш и базука. Ну давай попробуем за Клэр. Вот. Идем. Пойдем. Раз уж зовешь. А, выбор оружия. Это типа оружие, которое я могу взять с собой. Я беру все. Нам-то что? Нажмите старт для начала. Я выберу все. Так, огонь. Погнали. Часовая башня, пятый этаж. Окей. Смотри, травушка. А, конопелька. Конопелька. А интересно, она собирается или нет? Тут еще и на время смотреть. Так, а что у нас там? Дробаш, да? 20 патронов, а одна базука есть. Окей. 132 патрона в пистолете. Ладно, погнали. Судя по всему, нам вниз. Ну что, лосара? И ты, лошара. Вон еще два лошары. Или один. А, оно одно было. Это пополз. Куда пополз-то, а? Я не знаю, я так полагаю, мне надо всех противников убить или что? О, смотри, арбалет. Такого мы еще не видели. Ну-ка, соберем. Арбалет. И смотри, оружие, получается, можно брать сколько хочешь. Окей, давай походим с арбалетом. Чё нет-то? Чё нет-то? Или продержаться какое-то время. Ну, написано было убить, короче, всех врагов. Монетки какие-то. Непонятно, что это за монетки. Она исчезла. Пошла ты, шапка. Я золотую монетку не успел взять. Неизвестно для чего, правда, они. Ладно. Так, а что здесь никого? О, эти. Летучие крысы. Крысятина. Да, оружие понабирал тут. О, дробаш, хорошо. Кстати, можно с дробашом походить. Че нет-то? Так, я оттуда пришел, не сюда. Так, ранюли. Какие-то монетки выбил. Зырь. Да куда? В смысле? Да я не вижу ни хрена. Зачем мне затылок Флэр? Все, отчепушил. Окей. Ладно, аптечка, хорошо. Аптечка тоже нормально. Ха-ха.
Чё-то как тихо, смотри. Это откуда? Псины! Долбанные псилы. О, аптечка вывалилась из псины. Умри. Монетка. Блин, а сколько дверей-то? Погоди. А куда мне идти-то? А карта-то есть какая-то? Там была дверь, тут дверь. Паучары. О, я ему жопу отрывал. Где-то топает. А, во, топчик. Да взрывайся. Во. Жопень порвал. Опа, в смысле, больше нельзя нести оружие. Понятно. Нельзя так нельзя. Ну ладно, нельзя так нельзя. Без калаша походим. Это что, узел стороны? В комплекте имеется до 6 видов оружия. В смысле? А, теперь я могу брать оружие. Окей, хорошо. Так, автомат я сэкономлю. Я покажу, короче, с этим дробашом. И снова у нас эти летучки-мышки. Мышки-летучки. Ну-ка. Отвалил вампир сраный. Эй, вампир. Ох ты, упырь. Да в смысле? Меня поцеловала. Твою мать, что это было сейчас? С пистолета проще загасить этого упыря, чем... Блин, а я базуку потратил, получается. И куда мне идти? О, лестница вниз. Возможно, вниз. Я так полагаю, надо спускаться по этажам, да? Смотри, сейчас будет третий этаж. Первый? В смысле? А почему первый? Так, вот эта хрень меня главное, чтобы не раздавила. Угу. Пошли. Почему первый-то? Я вроде на пятом, потом еще раз один раз спустился. По идее должен быть третий. Что это за звуки? Тараканы? Фу, опарыши тут целая куча. Ты мертвый? Мертвый. Так, тропаш я возьму. Фу. Такой бы кухни я не обедал. Ну его нафиг. Умри. Критично. Так, а я аптечку пока брать не буду. О, я ракетницу взял. Хорошечно. Или нам за определенное время, короче, надо дойти. Так, откуда я пришел? Блин, столько оружия, теперь можно запутаться. Ну-ка, давай сюда. Я хз, может я отсюда пришел, может нет, может я правильно сейчас пошел. Это сейчас будет... Оооо, золотой монетка. Че все рвануло-то? Ой! Это типа лизун? Какой-то странный лизун, не кажется, да? Погоди, а я могу вот это разбить? Нет? Ну, пойдем сюда. Компас какой-то есть, но я не понимаю, как по нему ориентироваться. Куда он точно показывает? Непонятно. Давай, баба, пойдем мы сюда вот. О! Это хорошо, я зашел. Этого... Опа. А этого говнюка... Не раздавило. Так, да ну давай сюда зайдем. Че нам терять-то? Опа, музыка прекратилась, слышишь? Это получается, мы на правильном пути?
Ух ты, мать твою, вот это я нашел. Вот это золотая жила просто. Нельзя носить больше оружия. А меньше можно? Вот это золотая жила. Так, что у нас там по времени, чё почём? 22 минуты. Да блин, переключается постоянно на оружие, потом щелкать приходится. Так, погоди, вот оттуда я пришел, нет? Или откуда я пришел? Да, оттуда я пришел. Давай попробуем сюда заглянуть. А в той двери я был? А если сюда? А! Вот оттуда я пришел. Ну-ка. Прошел мимо пресса, короче. Я не знал, что он там ломается. Так, или сюда. Вообще просто дверей. Дверей море. Ну, если здесь враги, значит я здесь не был. Ой, монетка, монетка, монетка. Деньги, деньги, деньги. Баблосы, баблосы. О, лестница. Значит, мы на правильном пути. Я так понимаю, лестница — это правильный путь. Это должен быть нулевой этаж. Часовая башня B1. Спят. Спят усталые собачки. Ай, 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 ай. Надо что-то другое. Ай. Да отвалили, 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 отвалили. Ой, меня сейчас загасит. Ой, меня сейчас загасит. Оооо, меня чуть не убили просто. А все дело в том, что я оружие неправильно выбрал. Умри нахрен, аптечка, хорошо. Умри нахрен. И рванул. Так, автомат я не хочу тратить. Давайте я с ружьем покажу. На собак надо было ружье тратить. Умри. И тебя вылечат. Все, стоп. Опа, опа, монеты. Деньги, деньги. Баблосы, баблосы. Нашел дверь? Опа! 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 Херушки тебе! Языкаст! Будешь свой язык куда-нибудь в другое место. Так. Так. Погоди, ищу вон там проход. А здесь что? Хорошо. Ой, базуку нет. Базук точно нет. Блин, пистолет. У меня закончился, короче, дробаш. Надо где-то найти. Где-то найти патроны для дробаша. А это что там за сюрреалистичные стены? Умри ты. На, не такие. О, аптекун. Шикардос. Нормуль. Значит, ту, вправо. Вправо в дверь. По любасу. Вот сюда. Ой! Давай, 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 давай! Жесть, 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 жесть! Прикинь, да? Проскочил. Один раз только по башке лупануло.
Опа. Смотри, какой здоровый паук. Или это нет? Или это не здоровый, это нормальный паук. А, это обычный паук. С другой стороны дотопаем. Дядя. Как слоны, мать его. Да ты лопнешь, нет? Умри. Ну ты какой тарантул-то. Все, отлично. Так, аптечка. Магнум. Они из этой коробки вылезли, что ли? О, музыка опять. Еще один сейв, типа сейв. А, нет, смотри, заиграла какая-то. А, Басяра. Басяндра. Только у него шкалы жизни нет почему-то. Ай, у меня патроны, патроны. На, держи. Все! Это все просто достаточно одной ракеты. Окей. 18 минут, короче, мы потратили на все, на про все. Вот. Максимальная комбо, какой-то 4 удара. У нас тут бонус врага 54 умножить там что-то на 10 тысяч. Короче, понятно. Это была часовая башня. Задание номер 1. Окей. Окей. Задание пройдено. Шикарно. Шикарно. Ну, да, наверное, вот это одно задание мы прошли, короче. Второе задание будем проходить уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.